Ты убери от рюкзака. Еще раз пройдите. Ты дурак, я сейчас спрашиваю? Нет. Ты вообще похуй безбашенный. Ты дурак, что ли, я не понимаю, а? Почему мои вещи-то воруешь, а? Дурак, что ли, я не понимаю? Еще раз руку убери. Руку убери, я тебе сказал. Руку убери. Ты глупый, что ли? Нет. Нет? Мои ворота. Мои ворота. Вот и ставь твои ворота. Дурак, что ли, я не понимаю. Ты мальчиков любишь? Нет. Нет? Скажи да. Еще раз. Ты дурак, что ли, я не понимаю, а? Что такое? Дурак? Ты слушай, что надо, да? Дурак, дурак, да? Блогер на YouTube ты по нём. Можно, да, снимать? Но мы быстро. Она запрещена. Запрещена? Кем? Да. Руководством? А где руководство? Да, можете позвать. Да, вот я москвич. А я могу сам с ним съездить. Я москвич. Ну как так? Вы же мне запрещаете. Вот, уважаемые зрители, смотрите, что может произойти с магазином, который запрещает фото-видеозапрет в общественных местах. Вот так. Все это может произойти таким образом. Могут просто взять и закрыть магазин. Вы же мне запрещаете. Ну в Москве они не узнают. Поэтому я буду нарушать ваши запреты, я буду снимать. Не, мы чуть-чуть, ладно, вы на нас можно не обращайте внимания. Сижу, ладно, да, вот так вот, как король. Да. Сразу телефонное право. Скажи, что Валёв пришёл. Из Москвы Валёв приехал. И Яковлев пришёл. Если руководство в Москве, скажи, что Валёв приехал. Сразу поймут? Да. Там сразу поймут, кто это. Вообще-то честно можно узнать. А можно письменный отказ от вас получить? Нет, вы же мне запретили, дайте мне письменный отказ о том, что вы мне запрещаете. Мы пришли несколько человек с камерой. Вот как мне поступить? Не знаю, просто будет наши витрины снимать, я не понимаю вообще. Вот тут вы врете уже. Это наглая ложь. Вот так, просто Валёк, наглая скажите, ложь. Скажите, Валёк из Москвы приехал. Снимаю. Можно, да? Ага, спасибо большое. То есть вы нас обманули, что запрещено? Или мы получили персональное разрешение? Как произошло? Сказали, снимайте. Ну, а вы обманули, да? То есть вы нас запрещено? Я знаю, что съемка в помещениях запрещена. Хоть какой-то документ? Нет, стоп, нет, ну вы же сказали. А в каких конкретных помещениях запрещено? Что нужно сейчас? Понять, обманули вы нас или все-таки есть какой-то понимать, документ? Надо ничего понимать, вам сказали, снимайте, если вам нужно. Понял, тебе сказать, снимай. Да? Ты снимай, вот, понял? Вот так, сказали, вот так снимай, обманщица. Снимай. Вот после этого потом доверяй женщинам, а? Они тебя еще обманут. Знаешь, какая английская поговорка? No woman, no price. Хайпует еще? Звоните Алене, Алена здесь не хочу. Пошли. Или Алена вам запрещает уже, да? Вот ну, во-первых, не ты, покупателю. Не ты, а вы. Поскольку мы пересекли вот этот вот порог вашего магазина, мы являемся потенциальными покупателями. А ты сейчас тыкаешь. Все, пойдем. Хамка. Что такое? Ну-ка. Скажешь, не хамка? Пошли, дед. Ира. Громче. Мне, чтобы ты передо мной извинилась. За что? За то, что запрещала в общественном месте фото-видеозапрет. Хамка. Что? Сам хам. Сама хамка. Хамка. Хамло. Вторую серию подпишем. Берем комментарии, требования.
А что, там полиция приедет, что ли? Нет, давайте без ментов. Охрана? Опять охрана? Охрана. Что, скажите, стоят, провоцируют. Ходят, выбирают. Ходят, выбирают, что купить. Ужас. Так можно. Грязно домогаются, скажите еще. Побежали. Да, мы убежали. Все, пока. Надо возвращаться. Встал я. А ты посмотри на него, как он смотрит сюда. Волчий взгляд. Да. Такой волчий взгляд. Ну, тем более у меня есть спецзадание для него заснять вон там вот полочку вот эту всю. Ну, это наш внутренний. Потому что я ему деньги заплатил за это. Да. Ну, это наш внутренний. Он же потом зарплату не получит от меня. Ну, ты не надо разглашать. Ну, чё? Я же тебе деньги заплатил. Первую часть я тебе дал, Валёк. Так что действуй, все, снимай. А как делать? Снимай. Ну, вот заказ, если он уже спалил меня. Я хотел скрыто снять, думал, не заметить. Это Ира ушла, потом у нас тут Ира будет. Не, Ира, не надо, давайте без Иры. Нет, ну у нас есть начальник. Не, не надо начальник. Спросите у нее разрешение снимать. Не, ну давайте между собой. Я ему уже разрешил снимать. Давайте между собой договоримся. Я же ему деньги-то дал за это. Первую часть я ему дал, пускай выполнит договор. Не, не зовите ее, давайте так, между собой. 4? А кто четвертый? Я, видать. Ну-ка, вытаскивайте телефон быстренько уже. Может, их четверых снимает? Кто из-под тяжка снимает четвертый? Признавайте. У меня во лбу камера не спалила. Может, вы с нами уже? В нашей компании? А во лбу звезда горит. Да. Мы репортаж. Да, спасибо большое. О, не надо, пожалуйста, нет. Тикток не выкладывайте, ладно. Не надо, пожалуйста. Тикток не выкладывайте. Не надо. Меня в тикток не взял. Ладно, я отснял, пойдем. Пойду. Рукой не трогай меня. Еще раз пойдите. Руку убери. Руку убери. Руку убери, тебе говорю. Руку убери. Почему? Пока червишки. Идем? Ты дурак, что ли, не понимаю? Нет. Руку убери, тебе говорю. Зачем я? А ворота пищите? Еще раз пойдите. Тут у тебя ворота пищать, не у меня. Кто? Что? Пойдем. Руку убери, еще раз говорю. Пойдем. Ты дурак? Нет. По всей видимости, да. Еще раз, пойди. Дурак? Нет, я говорю. Нет? Тогда будь умнее, наверное, да? Нет, нет, просто. Что нет? Раз. Будешь умным, да? Ты еще будешь дураком. Раз. Я говорю еще раз при детей. Что? И все. Обязан? Еще раз приди, пожалуйста. Все. Не хочу. Просто ворота пищать. Это у тебя ворота пищать, не у меня. Я знаю. Ну и все. Вы не воруете? А ж должен что-то своровать? Я не знаю. Ну, я тоже не знаю. Все, я пошел. Ты дурак, что ли, я не понимаю, а? Еще раз ты. Ты дурак? Все. Нет. Нет? Да.
Что да? Ты дурак, я тебя спрашиваю, а? Руку убери от рюкзака. Еще раз подойдите, я говорю. Ты дурак, я сейчас спрашиваю? Нет. Ты дурак, я сейчас спрашиваю? Нет. Ты вообще попутал, безбашенный. Ты дурак, что ли, я не понимаю, а? Ты что мои вещи-то воруешь, а? Что? Ты что вещи воруешь мои? Кто ворует? Я, наверное, у себя украл рюкзак. Еще раз подойдите. Все, руки убери от меня. Братан, там тоже камера есть. Руку убери, еще раз говорю. Ты дурак, что ли, не понимаю? Нормально говоришь? Ты дурак? Нет. Нет? Да. Что да? Или ты дурак? Еще раз подойдите, пожалуйста. Руку убери от моих вещей. Все. Все. Ты дурак, что ли, не понимаю? Еще раз руку подойдите, убери. Пожалуйста. Руку убери, я тебе сказал. Зачем? Руку убери. Ты глупый, что ли? Нет, ворот. Нет? Мои ворота бьют. Твои ворота? Вот да. И спрась свои ворота. Ты дурак, что ли, я не понимаю? Первый. Я второй. Первый, я летел. Еще раз пройди. Руку убери. Еще раз пройди. Руку убери. Ты мальчиков любишь, что ли? Еще раз пройди. Ты мальчиков любишь? Нет. Нет? Еще раз пройди. Ты дурак, что ли, я не понимаю, а? Что слышишь? Тишина, да? Подожди, ты дурак, что ли, я не понимаю? Чего? Ты дурак? Что показываешь? Еще раз я... Ты дурак, что ли, я не понимаю? Просто вот здесь, пожалуйста. Не хочу. А зачем? Что зачем? Ворота пищит, я говорю. Тут у тебя ворота пищат, не у меня. Руку убери от меня. Ты дурак, что ли, я не понимаю, а? Что ли, я не понимаю, а? Что такое? Дурак? Ты слышишь? Что это, да? Это дурак. Ты дурак, да? Чего? Чего? Дурак, что пока? Чё, чё, чё? Чё кайш, да? Не тыкай меня. Зачем? Что за? Это ты тыкаешь человека. У тебя ворота пищать, не у меня. Руку убери от меня. Ты дурак, что ли, понимаю, а? Просто не знаю, я. За тебя перцем залечу. Не трудно же показать, не трудно? Трудно. Трудно. Руку убери от меня. Поскольку он меня хватает. Касайтесь, дурак, что ли, не понимаю, а? Подожди. Дайди, пожалуйста, постоянно. Пусть руку берите. Руку. Не трогай меня. Ты дурак, что ли? Еще раз. Не трогай меня. Пойдем, просто пройдите все. Дуля, уйди, а. Пойдем, просто пройдите все. Уйди, а. Просто пройдите все. Хочешь ударить? Да. Это не мягко, а. Просто пройди. Не хочу. Еще раз пройди, все. Еще раз говорю. Заходите. Сейчас.